Так, внешний осмотр слегонца. Один все-таки палец постепенно вылазит. Здесь нету гайки с этой. Я ему сказал с утра, все пальцы на мне. Да, все заварено. Заварено. Ну вот один. Ну так пока не вылетел. Тут немножко поковырялся. Стекла. Стекла все побиты, кроме одного. Со стороны стрелы. Да ничего, так нормально выглядит с одной стороны. Какие-то уже фары работают. Я включал, утром ехал. Эту дверь. Ну, надо, наверное, этот ключ, шестигранник поискать. Потом открою. Мусора нагреб. Там, я смотрю, уже днище, броню так называемую, уже кто-то отрывал, что-то там лазил. Или, а может быть, так сама что-то, арматура какая-то въехала. Ну-ка, зубья. Зубья вроде нормальные. Тут как-то что там было, я не помню. Бульдозерок какой-то или фиг его. Не работал, просто ехали смотреть. Там этих зубов вообще почти не было. Так, одни маленькие прыщики только. А тут начальник там орал, не умеете работать, гусеницы у вас вечно слетают. А как же они не будут слетать, если зубьев уже нету? Этой двери не было. Это не я виноват. Не, замок 14 века разрушили до вас. А что, ничего лишнего, там две-то куча. Ну ладно, где-то, наверное, тонул в болоте. Здесь свалка. Здесь свалка. Здесь, само собой, я немножко подмел потолок. Ладно, пока хватит.